турнир сам по себе имеет большое международное значение. В этом году и он имеет такую олимпийскую окраску. Думаем, что пройдет турнир на хорошем уровне и даст возможность всем тренерам и сборным командам проверить свои возможности, определить силу и слабость своих соперников. После приза «Известь» лучшие команды проведут ряд встреч с профессионалами НХЛ. И после этих встреч мы, видимо, остановимся на том составе, который предстоит защищать честь олимпийских чемпионов.